главный тренер футбольного клуба Андрей Валерьевич Городцов. Андрей Валерьевич, небольшой комментарий, потом возможно будет задавать вопрос. Тяжело очень играем. Не буду говорить о каком-то преимуществе нашем, да, мы выиграли. Надо отдать должное сопернику, он заставил нас поработать сегодня. Вот, выиграли, в первую очередь, за счет желания огромного. Да, реализация, наверное, у нас была получше, чем у Батарея. Ну и плюс наши болельщики, которые приехали. Мы играли как дома. Пожалуйста, Рус. Сергей Волков, Белорусский футбол. Андрей Валерьевич, с победой вас. Замена Нурмбета в первом тайме связана с нереализованным моментом? Нет, абсолютно нет. Во-первых, у Аби сейчас Рамадан. Вот, в первую очередь, его функциональное состояние. Да, немножко. Ну и плюс, первый тайм был очень тяжелый. Даже тяжелее, чем второй для нас складывался. Нам нужно было немножко освежить все-таки. Особенно концовку первого тайма, нам нужно было добавить агрессии в первую очередь в оборону. Дальше. Александр, столица, в начале второго тайма Патэ так поднажал, за счет чего удалось выиграть? Ну это мы понимали, что Патэ начнет активно. Мы чуть-чуть, вообще по ходу игры мы три раза перестраивались, меняли систему игры. Но это нормально, что команда, которая проигрывает, активно начинает второй тайм. Тут для нас не было никакой неожиданности. Еще вопрос. Шуганов, белорусский футбол. Матвейчик отыграл всего один тайм, по какой причине? Переход с синтетики на землю, поле очень тяжелое на самом деле. Дождь, у Сергея со спиной проблемы, но сам попросил время. Есть еще вопрос? Правом Заинка, как скоро ждать возвращения? На следующей неделе он уже должен приступить к общей группе заниматься.